Всем привет, дорогие друзья, добро пожаловать на Лаков Гейм и добро пожаловать на прохождение Скайрим Выживание Special Edition. Как там? Я забыл последний, кстати, приставку, как называется. Продолжаем, кстати, квест «Затерянные в веках», разыскивание осколков Этернии. Две мы с вами уже нашли, на канале уже есть. А сегодня, в принципе, пробегая мимо тут скалы, я обнаружил, что тут можно третий кусок добыть Этернии. Слышите, там кто-то говорит. Так, а зачем я? Давайте от третьего лица сделаю. Возьмем так, возьмем так. Ну. Я тебя предупреждаю. Плохое ты выбираешь. Ой, я, кстати, душу захватил. И он сейчас встанет, еще будет сражаться на моей стороне. Получай, хулиган. Так, а чё? А у него, кстати, из рук выпал меч. Он теперь без меча, но с щитом. Кто там? Кто это? Ты что, тут спите? Блин, вот реально, когда я сильную атаку делаю, он мне промахивается. А, не, он достал, кстати, смотрите. Нифига себе, ты чё? Нифига себе, она меня тут. Так, а я ее, кстати, поесть почему-то не... подожди, я колечко забыл на походу одеть. Подожди. Я, походу, забыл колечко свое одеть. Каннибализма. Да. Кузнец у меня. Так, маска одета. Кстати, рыцари... 350 класс брони, ребят. На нас одет... Постойте. Стальные еще даже, блин, эти. Так. 367. На нас эбонитовые доспехи одеты. Давайте питаться. Попитаемся. Кстати, надо согреться сейчас об эти. Давайте, жгите меня. Жгите, все, все. Так, а куда нам, налево или направо? Смотрите. Спасибо, говорит, и умер. Ну, конечно, кадр ты. Так, давайте сначала налево сходим, наверное. Маленькая. Кстати, поглотили мы его душу. Так, кстати, ребят, может кто не знает насчет, какой я крик использую. Это мы Каэрн-душ прошли же, если помните. И нам дали особый крик «Разрыв души». Ну, который поглощает камень душ, в принципе, душу. И он становится на нашей стороне сражаться, чувачок. Хорошо, что я доверяю своему слуху. Стой. Так, отлетело, замечательно. А где? Не повезло тебе. Лучше беги, а я ударю тебя в спину. Довольно. Какой довольно. Печалька, что постоянно надо этот. Так, не то. Постоянно надо увеличивать свет, потому что он держит 60 секунд. Кстати, мы можем вроде бы до 180 увеличить. Сейчас дайте гляну я. Аметист заберем. Так, это заберем. И где чувачок у них тут? Мародер.
Так, осмотреть. Золото. Норский топор. Ля, ты посмотри, как красиво он выглядит. Ну, первое лицо включайся. Ладкий рулет возьмем. Так, это мы умеем. Так, а ты откуда? Он отсюда откуда-то прибежал, кстати. Он что тут в углу делал? А, он сидел, походу, на скамье. И мы ему тут испортили все. Надо внимательно обращать внимание, что тут. Так, ну мы этому мародера смотрели. Красное яблоко не будем брать. Сыромятный тоже не будем, нас не интересует. Шестеренку мы уже собрали 10 штук, поэтому спасибо, не надо. Так, что я хотел посмотреть? Я хотел посмотреть, что это за магия, кстати, мы используем. Магия... магия изменений, ага. А где она, изменения? Ну вообще почти, практически не качай ее. Так, смотри, если длится вдвое на 0,5 за каждый уровень навыка. Ага. Или мне магическая броня интересует. Двойное изменение. Второе изменение из двух рук увеличивает эффект и затрат магии. Мне бы время бы увеличивать. Так, доспехи нет. При ношении одежды без брони получает физический стихийный урон. Тоже неинтересно. Каждая святыня для этого заклинания одной из школ на 15% мощнее и на 30% длиннее. Ага. Вашему четырехкратному уровню навыка изменить. Чё, золото? Офигеть. Какие только навыки тут нету. Так, это тоже неинтересно. Накладывает виртуальный залокат. Двумя тоже неинтересно. Покорный замок. Так, мощная тряска. Так, это я не понимаю, что тут дает. Он делает вас способом тайные знания, использует, чтобы уточнить владение заклинания из двух рук. Длительный, офигеть, это не может. Это, блин, вообще на 10 минут у меня свет будет гореть. Так, противника, что же не позволяет противнику в радиусе 125 выпустить магию запасил. Ага. Чё, смотрите, телепортирую начало боя, прикиньте, офигеть. Вот это интересно, кстати. Я хоть не колдун, но... Блин, хотя бы один раз, кстати, сюда вложить, чтобы на 0,5. Да, увеличить. Чтобы вот так по, каждый раз просто по, не тыкать мне по 60 секунд. Так, я пока что-то тут встречалось, забыл, откуда я пришел. Хлеб не будем, неинтересно. Мастер, ля ты. Мастер и Маргарита. Так, мне бы найти бы, откуда он. Начинается где? Блин, а где же он? Что там скрыто? Блин, ну что ж, я что-то полностью круг сделал. Не нашел. Я
Не, ну правы точно я полностью. Во. Все. На начало вообще чуть-чуть надо повернуть, да? Еще чуть-чуть. Это вообще мало. Ауч. Ауч. Так, прошел несколько лет. Ух. Да блин, чересчур что-то сложно. Давай, давай, вот было чуть-чуть. Ну, вот. Кстати, до сотни, смотри, опустилась отмычки. Впервые... Ух ты, за много времени. Так, блин, туда-сюда... А, чё запутано так реально? А, у меня камней нет, я понял. Кстати, она руками сражается, да ведь. А почему она руками сражается? Покажись. Да я бью его. Пока могу. Так, и где последний чувак? А ну иди сюда, собака. Блин, ушел. Будешь знать. Так, ага, мы, кстати, что-то с вами питаться. Кстати, сейчас я могу вложить, наверное, да? Чтобы свет держался подольше. У них если лежанка тут есть. Спальник. Угу. Кстати, я задался вопросом, куда мне вкладывать, типа, стату? В здоровье или в запас сил? Потому что здоровье и так 350 у нас, ребят. Запас сил 300. Магии, я, ну, хотя бы чуть-чуть магии, не знаю, потому что мы хпшку, типа, восстанавливаем. Я думаю. С магией до 200 прокачать, а остальную потом до талу прям качать запас сил. Я реально... Напишите, ребята, реально, если кто, типа, смотрит, советуйте, куда вкладывать воину, который одноручный меч со щитом использует. Я реально просто не знаю, есть смысл вкладывать дальше в хп и в запас сил. Так. Не-не-не, это где это? Подожди, я уж не знаю, надо посмотреть сколько. Сначала свет держится. Держит свет 60 секунд. Угу. Но дальше ты не пройдешь. Сохраняемся. Кстати, напал. Нападает на тебя, чувак. Ты что, дурак, что ли? Ты что, дядь? 67. Ты еще откуда? Кто такой? Блин, 67. Шестьдесят семь, да? Блин, а какой еще тут? Нет, это вообще не тот.
Тоже не тот. Тоже не то. Не, мне надо на время увеличения. Следующие два цикла не используют магию. И двое больше не используют магию, что? И вдвое более эффективно. Когда заклинание заканчивается, вам потребуется отдых и таверни. Вот это фиговый, кстати. То есть природы. Каждое святение наделяет, навсегда делает вас заклинание одной школы 15 минут мощнее и длительнее. Ну где их буду искать? Вот. Блин, так, 24, а тут необходим 40. Не, мне кажется, сейчас нету смысла сюда вкладывать. На 7 секунд дольше будет светиться. Нет, лучше загрузиться, я лучше куда-нибудь другое вложу. А ты еще откуда? Да. Нет, тогда не стоит, ребят, вкладывать. Я куда-нибудь лучше в другое просто вложу. Эгиды. Блин, я запутался в этом локации, если честно, куда идти. Ну, первое лицо. А куда тут и по карте реально запутано как-то, сюда-сюда, туда можно, видите, пройти, либо наверх еще можно пройти, либо сюда можно пройти, что? Эксперт. Опс. Ладно, если меньше 50 отмычек у меня уменьшится, я начну покупать отмычки. Что ж ты? Они, мне кажется, уменьшатся, да? Да блин, ну откройся же. Так, все. Можно было и так пройти, смотрите. Так, ты там не застрянь только. А тут у меня один раз застрял, блин. Я тебя на несколько потерял дней из виду. Чё, поверху можно? А, все. Это можно было подняться там и обрушить на них стрелы. Все, вот на этих. Я понял. Типа фейковые. Угу. Так, золото не будем брать. Это тоже не будет, мне интересно. Ничего не видно, смотрите. 6, я просто впереди ничего не вижу. От первого лица. Так, это что у нас? Изменения. Мы возьмем. Стойте, там какие-то зелья лежат. Ты куда? Присел, что ли? Эбонитовый лук. Зелье.
Кстати, она как-то бессрочно может поднимать своих этих. Я тоже так хочу. Бессрочно поднимать. Так, подожди, тут два входа опять, да, у нас? Раз, дверь. Нет, не так, не так, вот так. Так, шестеренки не берем, не берем. Так, а та дверь куда тогда ведет? Блин, тоже мастер. Ах ты. Вы что, раздеваетесь? Кстати, на том же месте, прикиньте, что и тот замок. Кстати, в этот раз нам куда? Давай первое лицо включайся. Так, это не будем брать. Сопротивление магии, да? Щит, наверное, мне кажется, полезнее будет. Я слышу, кто-то там что-то стучит. Фуф, и кстати, надоело уже, кажется, постоянно этот ебанитовый, да? Заряжать оружие. Как он сам как-то не заряжается. Так, подойди. Паук. Так, а я думал, одних и тех же нажимаю. И вот теперь кто из них кто? Блин, две одинаковые лежат. Это обыскивал. Внимательно осматриваем. А что ты добывал? Тут что-то он из кучки добывал. И промахнулся. Не сбегай, да, действие. Блять, вот это опасно. А тут сохраняться. Ух ты, ничего себе. Тут рычага нет никакого, чтобы я остановил. Так, ну я знаю, что сделать. Я просто помощника позову. Раз. Два.
Так, быстрее, потому что справимся мы. Теренки. Лунная руда не надо нам. И нам не нужна лунная. Певнее не ровнее. Они, кстати, на 180 секунд вроде бы подняты. Ба, блин, я испугался. Блин, сираны, я прикинь, сираны, что я ушатал. Прям подлезло. Замечательно. Куда нас? Ой, ой-ой-ой. Тиран, отойди, дурочка. Со мной, да? Ага, смотрите, кто тут. Позор! Позор! Так что, тут норд обычный, я давайте тогда покушаю его. Норда. Меня бьет мне или мне показалось? Я кушаю, а ты меня бьешь? Я кушаю. Шую я. А ты что меня не защищаешь? Защищай меня. Плианта мы возьмем, щит. Какая женщина тут валяется. Так, забираем, забираем. Чё там, чё ты бьёшься, чё, чувак? А? Крысу бы видел тут. Кто там? Кто там? Блин, человеческое мясо, наверное, не надо было брать. Сейчас я выкину его сразу, чтобы не таскать. Че-че-че, а где он? Куда он? А, я могу покушать. Так, давайте, роза хуторная, чтобы быстрее справиться с ними. Кстати, одного изгнали, что ли, вроде? Нет, нет, нет. Где лунные? Так, они поскольку висят? Ага. Это скидываем.
Лунную руду тоже скидываем. А это лава такая. Что у них там? Что за крики? Что вы за крики? Орете, кричите. Так, а где здесь показывает еще один? Или он... А, он над нами, походу, наверное. Палмир Сирана. А мы где Палмир? Так, тут ничего нету. Скрытого сундучка тут. Звук есть. Так, мне кажется, ли у меня магия медленнее восстанавливается? Да нет, вроде бы. Сундука тут нет. Угу. Серьезно, даже ученик я сломал. Мы живые. Фига себе. Так, тут как отпустить? Где рычаг у вас? Рычаг, рычаг. Палмер. За мной не сходить, потом меня не выпустите. Блин, а где рычаг? Так, ну вот и рычаг. Так, это погнутый. Сколько это стоит? 192. Не будем подбирать. Тут еще и сундучок. А там миллион. Ага, 2 миллиона. Так, извините. Небольшая армия Лайкова. Блин, я уже устал, если честно, каждый труп опы смотреть, что там находится. Так, туда вниз можно еще спуститься. Так, стойте, а там вниз это откуда мы пришли, да? А, ну да, больше тут больше никуда не пойдешь. Если извините. Пойдемте, товарищи, со мной. Я вам сзади, что ли? А, это обычный паук. Я ж не хочу смотреть реально. Устал. Каждую. Вот через раз как-то. Через раз. Вот двоих я не обыскал. И третьего обыскать.
Но долго это происходит, пока открывается инвентарь, его потом смотреть. Давно не сохранялся я. Ух ты, чё, а чё мне ушатало, я ещё сохранился. Ух, чуть не подобрал. Что это тут? Ждите, надо внимательно посмотреть. Ну, давай первый. Ауч. И чё? Я хотел на несколько, где? Стой. Ну давай. Пошел! Так, а он что, не поднялся, что ли? Ух ты, нифига себе, смотрите, как он сильно меня ушатал. Я понял, одного, значит, Дримор, наверное, не надо было. Мне. Да блин. Плюется там меня. Что вы не можете открыть, что ли? Давай, я вам открою и убейте его. Теперь махач. Пока я эти коконы пособираю. Для будущих зелий. Ля ты, сколько тут миллиард просто для зелий. Они тут как чужие прям коконы свои нараставили. Золотая руда не интересует нас. Эбонитовая руда тоже не интересует. Кстати, сундучок спрятали они. В загоне для скота. Все вспомнил я тут типа загадку. Я ебанитую стрелу можно было взять.
А че? Ты че, не сработал, что ли? Как не заходите со мной, блин, пожалуйста. Палатку, то я потом отсюда выйти не смогу. Так, надо тут от первого лица. Вы все на замках держите. Так, где она? Страха. Ну, у нас двадцатка есть. Так, и тут вроде бы где-то, да? Все. Здравствуйте. Нифига, я забыл сохраниться, кажись. Ай, господи ты мой. Серьезно? Я забыл реально сохраниться. Или нет? И сохранился. Сохранился, фух. Ну, валить теперь. Смотри, какой сволочь, офигеть. Как больно бьет он. Жесть. Что в нем было, надо смотреть обязательно. Кстати, вот жалко, такого нельзя призывать себе на помощь. Было бы прикольно вот такого вызывать. Эти бандиты стрелы давайте возьмем, почему бы и нет. Так, что у нас? Гранат. 1000, да, стоит? Ну, давай возьмем. Так, это мы обязательно возьмем. Могущественный виртуоз, который будет сражаться на стороне 90 секунд. Полторы минуты, да, это? На 40. Огненного Тронарха, который указывает 346 секунд. Хм. А я, интересно, умею? Это делать уже. Сейчас посмотрим. Нет, не умею, кстати.
Кто там? Так, о, господи, ты мой. А ты еще откуда? Так, что у нас тут? Масло. Они у нас сражаются тут. Наушники поправлю. Справиться не можете. Должна сказать, я рада, что все закончилось. Это который? Третий? Значит, остается последний. Увидимся на месте. Увидимся на месте, блин. Это локация 40 секунд. Ой, секунд, блин. 40 минут, 46 секунд, говорю. 46 минут мне, блин, локация отобрала, офигеть. Ребят, что увидим с вами на следующей локации? Плюс-минус, я помню, где находится следующая локация, если сейчас посмотрим. Она где-то тут находится, по идее. Где-то, не помню, тут я просто по памяти, я 4 раза проходил Skyrim, или 3 раза проходил Skyrim. Поэтому плюс-минус... Знаю, где локации находятся. Ну, где-то тут. Если я завтра маркер перебуду, найду здесь локацию, то я там включусь, в принципе, запишу. Последнее нахождение Этернии. Ритуальчик, знаете, лайк, подписки и комментарии. С меня видосик, не болейте, не чихайте. Всем хорошего настроения и всем пока.